Друзья, привет! Сегодня у нас воскресенье... Дим, убавь музыку. Сегодня у нас воскресенье, 15 марта, и мы едем тратить деньги, потому что Дима транжира. Ну, да, транжир, Дим? Но мы же все-таки обещали подписчикам, что это произойдет деньги. Короче, ребят, мы... Дима с камерой определился, везде стоило 80, в ДНС была дополнительная акция, и камера стоит, ну, там около 72 тысяч, 71 с копейками. Спасибо вам, хочу сказать, огромное человеческое, чем то, что вы нам помогли, вы нам облегчили брешь в семейном бюджете, смогли чуть сделать ее чуть меньше. Мы собрали на камеру с вашей помощью 15 тысяч, и получается 55... Это так, 60, да, 56... 72, грубо давай. 72, да, 56, 57 тысяч мы из семейного бюджета пришлось дергать. Да, дырка, как бы, мне кажется, сейчас, ну, для любой семьи 57 тысяч – это нормальная сумма. Но у нас два варианта – либо делать дырку и снимать, либо не делать дырку и закрывать канал. Закрыть канал мы не можем. У нас уже с вами под 40 тысяч. Куда? Куда, да? Мы поздно, как... уже сдаваться. Поздно уже сдаваться, да. Позади Москва, как говорил Кутузов, отступать некуда. Вот, поэтому, ребят, спасибо тем, кто нам помог. Потому что это такая вот, ну, не знаю, у меня каждый раз слезы накатываются по этому поводу. Это человеческая помощь. Радуюсь, что, не, как бы, да, у нас все равно еще человеческие отношения в мире остались. Вот, так что сейчас мы приехали в торговый центр, у нас нет в наличии никогда таких вещей в городе. Дима это заказал, быстро довольно-таки, за 3 дня. Да, кстати, неожиданно, потому что я смотрел в видео, связной, в Эльдорадо у всех стоял ближайшая поставка 21 марта. Ну, около 10 дней, не меньше, а здесь получилось быстро, за 3 дня. В общем, сейчас мы паркуемся, я пока отключаюсь, да, и дальше уже включимся в магазине, покажем чек, покажем, что купили. Все по-честному. Все по-честному, все покажем. Деньги мы у вас. А вообще у нас, вот если меня часто в Инстаграме спрашивают, Татьяна, ты, наверное, транжира, ну как все девочки. Нет, вот она транжира, главная семейная сидит. А я Кощеюшка, мне так жалко. Сегодня режим Кощеев. Режим Кощеев. А мы уезжали из дома, Дима, денег дай. Я говорю, не дам. Там не поеду. Вот, в общем, мы приехали, припарковались. Саранск, торговый центр Севастополь. На улице ноль, я в пальто, Дим в кофте. У кого лето, у кого весна. Ну, я на машине, не теплее. А я на чем ехала? Я не знаю. Я пешком шла. А я здесь ни разу не была, кстати. Да? Ну, я второй раз. Диму напугали. Ну да, продавец, что-то сказали, такие вещи, сказали такие. не то слово сказали. Димка, мне вот этот телевизор понравился, кстати, всего 30 тысяч. Картинка красивая. Слушай, Таня, когда на моем сайте вот это чудо смотреть? Мы домой только ночевать приходим. Ну да. Просто картинка красивая. Приди сюда и посмотри. Успокойся. А в чем разница, смотри? Вот, наверное, в камерах в этом разница, да? Что вот цветопередача такая. Где-то красиво, где-то некрасиво. Все зависит от матрицы. Да. Он вообще матом сейчас ругается, я не понимаю, о чем он говорит. Да знаю, что ой, такое матрица, знаю. Все это мутная история, не верьте никому. Так, в общем, ждем, как сейчас заберем, распакуем, все покажем. Дима все просит. Снимает она вот это вот, чудо-оператор. Ну, как ощущение потраченных 72 тысяч? Как дурачок. Почему? Вроде бы и деньги, а предметы есть. Так, ребят, в общем, вот эта камера. Даже не знаю, как ее показать, но продавец трясущимися руками нам ее запаковывал. Да, он очень боялся. Боялся ее шлепнуть. Сейчас давай, он, да, он давай. Бухи сделает. Да. Чек. Все, по чесноку, ребят. 71 400, и в этих деньгах ваши 15 тысяч, которые перевели нам. Еще раз спасибо. Да, спасибо, ребята. Она взяла на объектив и испачкала. Вот теперь так, наверное, получше. Скажи, пожалуйста, почему ты не взял ее? А, кстати, ты это советовал в своем эфире, тебе многие ее рекомендовали, да? Мне рекомендовали видеокамеру Canon. А вот у меня как раз в последнее время был выбор между этой камерой, Сонькой, и Canon. Но почему я выбрал Соньку? Но, как сказать, после полный кадр есть полный кадр, ребят. Хоть он и фотоаппарат, но... С полным кадром картинка общем, будет намного более динамичная, более мягкая, вкусная, киношная, если вот так. Диму,
как он любит меня сокращать, то здесь как бы это начало уже профессиональной видеосъемки. То есть начинающие видеооператоры многие снимают на именно вот такую штучку. Хоть это устаревшая модель уже считается, она 2015-16 года, по-моему, такая. Извини, новые модели 2019-2020 год по 200 тысяч. Ну хочу, да? Это самый дешевый полнокадровый фотоаппарат. Смотрите. Тяжелая довольно-таки такая, массивная. Не, он как заявленный корпус из магниевого сплава. И объективчик. В общем, теперь Дима будет не только на нее снимать, но и делать красивые сразу превьюшки, фотографировать в магазине. Ну да, как вы, подписчики, спросили, при объяснении того или иного предмета товара показывать фотки вставлять. В общем, мы эту прелесть запаковали, мы ее еще не проверяли, она полностью разряжена. В магазине хотели зарядить, но не смогли. Мы заказывали специально, чтобы, допустим, мы могли ее в Нижний купить, да, сразу. А мы заказывали специально, чтобы она новая была. Но оказалось, что она где-то тоже была на витрине. То есть вот это вот было дело. Пломба была сорвана. Да, пломба была сорвана. Но мы будем все проверить, все такое чистенькое. Глендира у нас на проверку. А в Денесе почему дешевле? Потому что они не являются партнерами никакого банка по кэшбэкам. Например, в видео она стоит 77, в видео партнер Халве, Халва возвращает 6%, то есть как раз вот эти 10, короче, когда Халва возвращает 6%, неважно, вы предприниматель. Ну, ребят, короче, все было посчитано, да, и в Денесе оказалось самое выгодное в Денесе. Теперь Дима меня спросит. Все, теперь ждите, когда снимать на нее будет. Сейчас домой приедем, зарядим ее. Сегодня, наверное, вечером спать буду с этой камерой. В обнимочку, да, как обычно. Так. Как запаковывать-то? Я запакую, а ты пока я запаковываю, расскажи про данное заведение. Мы хотим бесплатно дать рекомендацию. А, да. Да, кстати. Сделаем. Это Coffee Club в Саранске, ребят. Да, попробуйте, скажи. Ребята, это Coffee Club в Саранске, хозяйка Лена Фирсова. Там сейчас у девчонок какой-то мастер-класс идет. В общем, здесь самый вкусный кофе. Находится в Саранске на Химарше в Севастополе и на юго-западе, на юго-западе в Максе. Куда-то? Я не знаю, я поэтому не могу. Сделай ровно так. Вот. И попробуй. Все предметы икеевские, которые видите, все привозили мы. Я не могу снимать. Оператор не удался. Я не вижу. Вот, смотрите. Узнаете предметы? Допустим, вот он. Потом полочки. Подушка. Детский уголок полностью икеевский. Подушку покажи. Соответственно, стул. Мольберт. И так далее. Очень много предметов от Икеи. Мы сюда привезли. Главное, кофе вкусный. Скажи адрес. Телефон. Адрес и телефон. Телефона у меня нет. Или в описании? Ну, в описании добавим. Вот, покажи. Кофе Клаб, всегда. И, кстати, вот кофейная карта. Помимо кофе еще чай. Давай вот так на стол положим, может, видение будет. Вот. Поэтому, если вы, кто подпишетесь Саранска, вам сам Бог велел, а если вы из других регионов и проезжаете через Саранск, вполне можно заскочить. То есть это чайная карта, это не сетевая кофейня, это частная. То есть люди сделали сами, как вот они видят. Как захотели. То есть то кофе специально отобрано, не как, например, кофе Лайк, только то кофе, который франчайзер разрешает, а здесь именно те сорта, которые вкусные. Я когда Алену на занятия привожу по субботам, я 10 часиков сижу, релаксирую. Ну все, на. Все. Я ее боюсь. Все, выключаемся. Спасибо.